А вот сейчас поговорим о тех, у кого взгляд всегда очень добрый. Это, я говорю, про участников нашего фотомарафона. Давайте узнаем, кто же сегодня красивее всех смотрел на старые фотоснимки. Именно такой у нас был сегодня повод. И победителем становится Алисия Тетерюкова. Посмотрите, какая красивая фотография. Во-первых, на этой фотографии замечательно все. Мы обратили внимание, что завтрак правильный, печеньки с чаем, фотографии красивые. Девушка на холодном не сидит, постелила себе плед. Ну и, конечно же, она замужем. Мы довольны каждой детали этой фотографии. Все хорошо. Поздравляем Алисию и продолжаем вас радовать.